В рамках визита в города Кизиловского угольного бассейна губернатор края Максим Решетников принял участие в торжественном открытии обновленного стадиона «Шахтер» в Кизеле. Посетил объекты инфраструктуры и инфекционное отделение филиала городской клинической больницы номер 4 в Губахе. Также провел совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду в Губахе и Кизеле. Вопросы здесь есть. Они под контролем, решаем, ну, по ряду территорий. Вот. Но дело в том, что пугает, что мы каждый раз на каких-то таких морально-волевых, что называется, всегда это аврал, всегда мы что-то в последний момент, надо переходить к системному решению вопросов. Также в рамках своего визита губернатор посетил строительную площадку комплекса «Аммиак Карбамид Меламин» компании «Метафракс». Максим Решетников осмотрел строительство нового производства, где будет создано более 400 новых рабочих мест. Строительство комплекса планируется завершить в 2021 году. Общая стоимость проекта составляет более 950 миллионов евро.